Канонада идет, бои идут, мы песни поем. Течет речка по песочку, бережочек точит. Молодой казак, на канале просит. Молодой казак, молодой казак. Сделать разбор правой-левой стороны уже под крышу. Сегодня опять по просьбе Валентины, она постоянная у нас, это, так сказать, ждет дольше всех, уже это тоже песню больше года она просила у меня, но все так, очередь там у меня из 100 и более песен уже маленько сократилась, поменьше стало. У тех, кто заявки подавал, я думаю, что это не скоро они осуществлятся, но по мере возможности вот делаем разбор. Давайте правую сторону посмотрим. Самый простой вариант, есть более такой посерьезнее разбор, и мотивчик маленько отличается, поэтому на ваше усмотрение. Ну, для начинающих как бы будет хорошая подмога для начала, можете взять, использовать, кому понравится. Давайте басы посмотрим еще. Чуть-чуть отличие можно сделать. Затяжка аккорда, переход и соло. Последняя часть куплета.
Ну вот такой, то есть отличие. Сначала аккорд пошел, потом соло догонять. Или вместе аккорд и сразу соло идут вместе с ней нотки. Ну, внимательно посмотрите и поймете, про что разговор идет. Успехов в разборе вам!